Роза Артемис готовится ко второй волне цветения. И она уже вон вся-вся в бутончиках. Вся в бутонах. Белоснежная, цветочки небольшие. Но она в таких соцветиях распускается. Очень красивая роза. Рядом стоят кашпо. Здесь розы кахала. И рядом Джульет. Рядом с Джульет Вероника распустилась. Вот такие вот кашпошечки. Жара, не жара, вот роза Джульет. Она, конечно, радует. И здесь еще Мария Терезия тоже вся в бутончиках. Готовится к цветению. И рядом с ней Ханзештат Росток тоже выпускает новые побежки. Они все в бутонах. Джульет, кахала. И еще рядом розочка вот с кахалой. То ли латин помпон. Как-то вот так она называется. По-моему, латин помпон. Она пришла в подарок вместе с кахалой. Ну, если жара не помешает, то Артемис распустится и будет радовать. Если не помешает жара. Если они не спекутся. Ну, а в общем и целом что-то, конечно, тоже цветет в горшечном садике. Например, Синко де Майо, она не переставая цветет. Вообще не переставая. И вот у нее какие-то отцветают, какие-то зацветают. Бутоны, много еще бутонов. Синко де Майо. На заднем плане там также Оливия и Августа Луиза. А здесь непрерывно цветет Эвелин Остинка. Готовится The Prince. Бутончики такие темные у The Prince. Здесь рядом дельфиниумы. Здесь распустилась карамель антик. И еще будет распускать бутоны. Эвелин. А здесь Гуэрнси. Готовится ко второй волне. Вот вся в бутонах тоже. Гуэрнси. Мы в горшечном садике. Сегодня 18 июля. И вы у меня в гостях. Это садовая терапия с Ириной. Многие розы забутонились. И, конечно, они в бутонах, эти бутоны будут распускаться, опять же, если не помешает нам жара. Вот, кстати, Dreamlight постоянно формирует новые бутончики. Одни цветочки отцветают, я убираю, зацветают другие. Вот Dreamlight с двух сторон она у меня. И точно так же
Love Song. Замечательная Love Song. Какие-то я уже сегодня убрала. Здесь готовится айсфогель. И айсфогель вот... Ну, жара. Жара не дает в полной мере раскрыться. Видите, немножко подпекаются они. Айсфогель. А здесь готовится уже кейт. Срезочная. Она обильно цвела. Я ее срезала. Боскобль готовится ко второй волне цветения. Боскобль готовится. Какие-то цветочки убрала, какие-то вот, пожалуйста. Здесь ашрам готовится, а какие-то уже вот цветут. Ну, жара, сильная жара. У нас было и за 40. Сегодня вроде бы обещали 31-32, но показывает градусник, что больше. Так что, конечно, Центр Роял рядом тоже собирается зацветать. Здесь будет зацветать у меня тоже розочка. Все время путаю, чтобы не ошибиться. Distant Drum. Drums. Кто-то говорит Dreams, кто-то говорит Drums. Но написано Drums. Доцветает мияби, доцветает, все уже вот доцветает. Хотя, что говорить, вот еще бутоны. Еще здесь есть бутоны. И точно так же романтик, антик. Какие-то зацвели, какие-то отцветают, какие-то вот что-то бутоны формируются. Там, что под газетками, это новые розы, которые я высадила из питомника мамы розы. А здесь Gloria Day, уже в который раз. Уже просто вот в который раз она в бутонах. Ну вот они, новые розочки. Не знаю, видно, солнце такое палящее. Закрываю, прикрываю все. Сейчас бы их пролить, но позже выйду. Опять пришли сюда. Здесь тоже высадила рядом с розочкой джаз. Новые розочки. Джаз будет цвести повторно. Вот Джульет. Это уже, по-моему, третье ее цветение. Даже не второе. Даже, по-моему, третье. Это цветение у Джульет. Ну что же, посмотрим, как будет дальше. Пока вышла только в эту часть сада. Очень жарко. Очень жарко. Пойду домой. Немножечко решила показать вам маленькие видео. Такие рилзы я снимаю. Буквально коротенькие, по одной минутке. Просто показать, как сад в июле себя чувствует. Сад живет своей жизнью. Абсолютно своей жизнью. Я ему не мешаю лишний раз. Не трогаю его. Сад живет своей жизнью. Ну и Бенвеню все время выдает, выдает, выдает цветочки, а они плавятся, видите. Все время она выдает цветочки. Бенвеню. Ну что, друзья, пока-пока, до новых встреч. Если от жары ничего не поплавится, может, через пару денечков еще вам что-нибудь покажу. Вон там Чарльз Дарвин тоже в бутонах.
пытается цвести. Чарльз Дарвин. Все, всего вам доброго.